Всем привет! Сегодня у нас будет небольшой урок по тайпу. У нас есть вот такой звук, где нам нужно сделать с блестяшками, такой узорчик с блестяшками. Узорчик с блестяшками мне искать в интернете в лом, это можно обыскать весь интернет, но потратить кучу времени, но так ничего не найти. Поэтому мне проще и быстрее сделать свой такой узорчик. Первое, что нужно будет сделать, это создать кисточку. Итак, кликаем файл, новый создаем, размерчик ставим, ну, этих пикселей по 300, наверное, квадратники сделаем. Слишком большой не хочу, потому что получается у меня будут большие эти с моей вспышки. Нет, в принципе, 300 пикселей будет достаточно. Окей. Так, следующее, что мы делаем. Тут можно рисовать хоть на этом самом, хоть на бэкграунде, то есть на заднем фоне, либо делать новый слой. Тут, в принципе, без разницы, что вы будете делать. Берем кисточку черненькую, ставим размерчик, ну, скажем, чуть-чуть побольше. Этот самый размытость ставим по нулям, чтобы он был размытенький. И ставим где-нибудь посередине такую точку. Давайте еще немножко вот такую сделаем. Вот такая мне точка больше понравилась. Теперь второе. Берем пальчик, можно размытый, чуть поменьше, чем наша кисточка. И в четыре стороны начинаем ее размазывать, это нашу точку. В одну сторону стараемся, чтобы она была более-менее ровненькая. В другую сторону. Сюда. И сюда. Вот такая у нас звездочка появилась. Последний у меня получился кривоватый. Давайте по новой его. Вот так. Вот такая у нас вспышечка появилась. Чтобы сделать из нее... Да, это звезда говорит. Чтобы сделать из нее кисточку полноценную, нужно кликнуть на Edit, ну, либо там по-русски, как называется, не помню уже, редактирование, по-моему, называется, да, и ищем вот такую строчку, обозначить кисточку, установить кисточку. Кликаем Define Brush Preset, называем нашу кисточку как-нибудь, потому что если мы назовем ее как-нибудь по-левому, как он нам предлагает, например, то у нас в конце концов будет огромнейший список, что, где мы перепутаем все и вся. Поэтому называем ее Sparkle. Sparkle. Господи, какой у меня язык стоит? У меня язык с немецкий стоит. Давайте на английском Sparkle. Нижнее подчеркивание. Brush. Brush. Окей. Все, у нас теперь есть кисточка Sparkle Brush. Теперь мы ей можем воспользоваться. Можно что-то... Подожди. Вот она, кисточка Sparkle Brush. Вот таким образом у нас появилась кисточка Sparkle Brush. Всем спасибо за внимание, до свидания. Знаете что, на немецком стояло там, потому что мы хотели поставить музыку. Как это называется? 500? 500 PS. Да, Вовочка сам нашел такую музыку. Да, я сам. Вот. Даже на ноутбуке нашел. Это он в моей комнате. Хорошо. Пока. Чус.